1 сентября учащиеся всех учебных заведений выстроились на торжественной линейке. Гимназия номер 1 провела свой праздник, который порадовал всех присутствующих приятными сюрпризами. Перед гимназистами и их родителями выступили с приветственным словом директор гимназии и приглашенные гости. Линейка получилась сказочной. Учащихся поприветствовал Колобок, который заявил желание учиться вместе с ребятами. Ему вручили ранец и отправили с первоклассниками в страну знаний на волшебном поезде. Ярким моментом торжественной части, вызвавшим большую бурю восторга, стал танцевальный флешмоб от гимназистов и учителей. Прозвенел первый звонок в новом учебном году. Линейка объявлена закрытой, а учеников пригласили в стены родной гимназии.